Ну а у Хиллари поддержка посерьезнее. Пока еще действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама раскритиковал ФБР за решение директора организации возобновить расследование по делу об электронной переписке. А свое мнение Обама высказал в интервью сетевому порталу Now This News. При этом Обама не призывал отменить решение ФБР и подчеркнул, что вообще не собирается вмешиваться в деятельность правоохранителей. Ранее Белый дом отказывался осуждать решение ФБР о возобновлении расследования, говоря, что не будет его ни защищать, ни критиковать.